Песок. Песок и камни. Песок и камни. И деревья, растущие только благодаря искусственному поливу, ежедневному по часам. Трава, которая высажена, газонная трава, которая не растет в естественной среде, а только тоже благодаря тому, что за ней ухаживают. Огромные небоскребы построены по современным технологиям. Сверкающие небоскребы из стекла и бетона с зеркальными окнами. Каналы, которые разделяют парк, выращенный благодаря человеческому труду, ежедневному труду. Просто это город Абу-Даби, выращен быстро на песке. Потому что нет здесь ни одного клочка земли. Нет здесь ни одного плодородного участочка земли. И здесь только камень и песок. Однако в этом месте, казалось бы, совершенно непригодно для жизни, вырос красивый современный город.